Всем привет на канале Bodybuilding Рецепты. Меня зовут Павел, и сегодня мы вместе с вами приготовим самодельные бургеры. На столе передо мной лежат все необходимые продукты. Это репчатый лук, помидоры, огурцы, сыр, фарш и специи для него, 2 яйца, цельнозерновой хлеб, зелень, чеснок, салат айсберг и сметана с горчицей для соуса. Сначала займемся приготовлением котлет. Для этого нам понадобится зелень, чеснок, яйца, мясо, специи и лук. Вы можете купить готовый фарш, как это сделал я, но если у вас есть время, то купите нормальное мясо и сделайте фарш самостоятельно. Лук, чеснок, яйца и зелень тщательно измельчаем в блендере и заливаем их в емкость с мясом. Затем добавляем перец по вкусу, тщательно все перемешиваем и ненадолго отправляем в холодильник. Следующим этапом нарезаем огурцы, помидоры и сыр. Далее делаем соус, смешивая сметану и горчицу по вкусу. Я бы рекомендовал соотношение 5 к 1. Когда соус готов, нарезаем хлеб и салат айсберг и идем делать котлеты. Лучший вариант приготовления котлет – обжарить их на гриле. Однако я буду готовить на обычной сковороде с использованием специального спрея для жарки. Это принесет гораздо меньше вреда фигуре, чем жарка на растительном масле. Когда котлеты уже почти готовы, подрумяниваем хлеб в тостере и намазываем соусом с внутренней стороны. Теперь все готово и осталось лишь собрать наши бургеры. Порядок расположения ингредиентов снизу вверх такой. Первый кусок хлеба, затем сыр, огурцы, котлета, помидоры, снова сыр, салат айсберг и второй кусок хлеба. И вот так выглядит готовый бургер. Сегодня мы приготовили самодельные бургеры, которые прекрасно подойдут для массонаборного периода и приятно разнообразят ваше меню. Если вы хотите следить за новыми рецептами, то обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям, а мы постараемся радовать вас новыми интересными рецептами. С вами был канал Bodybuilding Рецепты и я его ведущий Павел. До новых встреч!